В Иванове подвели итоги городского конкурса на лучшее елочное украшение, сделанное своими руками воспитанниками детских садов. Участие в конкурсе приняли 120 дошкольных учреждений. Всего на суд жюри было представлено 232 работы. Разных цветов, из разных материалов, но каждая из елочных игрушек удивительна и неповторима. В четверг авторов самых ярких новогодних шаров наградили. По признанию организаторов конкурса, выбирать из такого количества работ лучшую было непросто. Все они достойны награды. Я как бы субъективно скажу, если оценю одна. Но у меня есть любимый шар, вы его можете посмотреть на елке. Это символ года, замечательная коза, которая такая яркая, детская, улыбчивая. Я думаю, она принесет детям всем здоровья, во-первых, успехов и творчества дальнейшего.